Томас Хикки? А вы кто? Хейтон Кенуэй. И что, я должен вас знать? Придержи язык, слышишь? Тише, Чарльз. Уильям Джонсон послал нас в надежде, что мы вам поможем. Больно мне нужна помощь. Тем более от лондонского хлыща. Воров я уже нашел. Тогда что вы прохлаждаетесь? Думаю, как с ними управиться. Я знаю как. Валяйте. Я убью часового и зайду к стражникам в тыл. Вы двое к воротам. Когда я открою огонь, атакуйте. Так мы застанем их врасплох. И убьем половину раньше, чем они опомнятся. Приготовьтесь. Но дождитесь моего выстрела. Тоже мне застали врасплох. Подкрепление! Эй, стреляй, пока ты нас не выстрелит. Возьми меня, мушкет, и не придется перезаряжать. Что теперь? Можно взорвать дверь. Стреляй по бочонкам. Пощадите, я исчезну, клянусь. Ну что, за дело? Выходит, не очень-то тут безопасно. Бросьте оружие, и я отпущу вас живыми. И я предлагаю тоже. Мы не враги. Я лишь хочу вернуть эту вещь ее владельцу. Это Джонсон законный владелец? Повторять не стану. Я тоже. Стой! За ним! Зачем такому сброду книги и карты? Кто вам платит? Я их живьем не видел. Только указания в тайниках. Но они платят, и мы довольны. Что ж, это в прошлом. Так и передай своим хозяевам. Они спросят, от кого? Нет, они знают. Хейтем, у этого есть патроны. Не хотите подобрать немного, раз ваш пистолет пустует? Ну, в зеленый дракон. Выпить охота. Эй, господа, у нас гости. Берегите сундук, Чарльз. Мы займемся этой швалью. Эй, у них наверное.
Наверняка карманы не пусты. Не пропадать же добру, правда? Вечно вы испортите всю забаву. Стой! Да ладно! Это всего лишь дураки с ножами. Они мало что могут. Меня беспокоят совсем не они. Умри, урод бешеный! Если так и дальше пойдет, пусть лучше мистер Джонсон удвоит мне жалование. Держите. Благодарю, мастер Кенуэй. А теперь, что нужно вам? Знаки на амулете. Они вам знакомы? Не видели подобные у индейцев? Похоже на изделие Ганьягеха. Выясните точное место. Я должен знать, откуда он. С моими записками? Возможно. Посмотрим. Томас! Что? Спросите комнату. И ванну примите. Думаю, мы здесь задержимся.